Кто это был? Не знаю, наверное, контрабандист. Он напал на нас, как только мы появились. Я пойду капитану доложу. Ясно. Так, а у нас будут проблемы от этого? Нет, я думаю, нет. Клиент в регионе в А курсе. Ричард может забрать его вещи, да? Japan Ильсоз. Да, пожалуйста, забирай. Все равно ему как бы уже не нужны будут. Ты права, Антония. Думаю, капитан обрадуется тому, что одному из контрабандистов мы нашли. Но оружия-то, к сожалению, нету, а записок у него нет никакого на теле, да? Нет, нету. Ладно, ну, что дальше? Пойдем к Фаустусу, я продам вещи. Je vends les Я буду весьма choses. Салют. польщена, если вы захотите поговорить со мной. Салют. Чего ты хочешь? А мы тут с контрабандистом одним разобрались, и нужно его вещи тебе отложить. Контрабандисты? Слушай, я припоминаю, что какой-то солдат что-то говорил о пещере Грандорг. Я тогда мимолетом это услышал, тогда значения не придал, а сейчас вспоминаю. Это немного к северо-востоку от форта. Что-то насчет того, что там складируется оружие. Мне тогда не интересно было запоминать подробности. Может быть, тебе стоит проверить это место. Но если ты найдешь их, тебе придется их убить, ну, если не сможешь как-то по-другому уговорить. Благодарю за информацию, Дорочуна. Вот вещи и этого контрабандиста, да. Ну давай, продаю. Ну, деньги у меня уже почти кончаются. Я, может, у тебя и приобрету что-то. Может, у тебя есть легкая броня? Ну, у меня есть правый или левый наруч. Да, вот, левый наруч нордский. Ну, так броня, она особо тебе не нужна. Давай, одну пхне. Ну, и пару монеток сверху накинь, пожалуйста, да. Согласен, дружище. Давай тогда так. Окей. Атория, подожди меня здесь. Хорошо. Ты должен найти этих парней и наказать их. Хорошенько наказать их. Конечно, Атория, мы накажем их. Мы хорошо их накажем. Ну, байсона ли. Я тебе говорю. Так. Вот эти сейчас возьму. Ага, один ноуч мне не нужен тогда. Ну что ж, будет теплой одна рука. Вот это возьми. Офицеры, вы можете разойтись как-то? Да? О, благодарю вас. Ребята, мне вот сюда. Давай вот эти магические вещи. Сложу так. Хотя, может, меч стоит и взять с собой. Ну все. Идем. Похоже, у меня отличная компания. Что я могу Уи. для вас сделать? Да ничего особо. Мы сейчас двигаемся с Аторией дальше. Я в вашем распоряжении. Говорите. Атория, пошли. Кстати, ты мне можешь еще в кое в чем подсобить. Нужно будет сопроводить рабочих. А куда? К шахте империи. Вот так. Это задача империи. А, ну если так, то давай, хотя я не слышала ничего об этом. Ну, не все же задания ты будешь знать. Ну, это да. Салют. Приветствует вас, Рычун. Так ты наш сопровождающий? Дай мне знать, когда будешь готов выступать. Рычун готов выступать. Давайте землю топтать. Мы все проголосовали и решили, что ты должен возглавить нас. Никто из нас не в восторге от путешествия по лесу. И я не хочу сказать, что мы трусы, но все же...
Полагаю, будет лучше, если ты будешь впереди. Я могу отметить точку назначения на твоей карте. Вот, возьми, хорошо. Это Воронья скала, чтобы ты знал, куда направляемся. Веди нас. Хорошо. А, смотри сюда. Ты знаешь это место? А, Аза. Я так далеко не заходила, поэтому не особо. Ну, что-то мне... По-моему, я где-то рядом бывал. Ильва Авант, выдвигаемся вперед. Тут Эдгуа. Пройдем сквозь лес и все. Хорошо, следуем за вами. Сегодня погода не такая прохладная, но все равно нужно теплее одеваться. Мы как-то вообще одеты не по погоде, честно вам скажу. Ого, сколько трупов. А что здесь произошло? Возможно, ночью слышала оборотней, поэтому, возможно, это его рук дело. Здесь водятся оборотни? Ну да. Они могут на нас сейчас напасть? Нет, они только по ночам. Точно? Да, их никогда не видели днем. Вот, только по ночам. И то это какой-то был очень злой оборотень. Они обычно такого не устраивают. Ясно. Значит, здесь могут водиться оборотни. Ну, да. Сама я их не видела. Понятно. И это нам придется здесь... жить. Вон еще один труп. Может, мы вернемся назад? Но вообще-то оборотень вам сделал явно услугу. Это все было бы опасностью для вас. А так он их убивал. Поэтому это даже легче будет для вас. Главное, с самим оборотнем не встречаться. Ха-ха. Вот я и говорю. Может, пойдем назад? Да не трусь. Где еще нам столько денег взять? Так. О, а что он видит еще? Я рогад. Он персон. Так, вот это я соберу. О, какой шлем подойдет рычуну. Посмотри, мне идет. Да, очень хорошо. Вот, замечательно. Все. Боятся. О, он персон. Да твою мать, сколько же здесь трупов в лесу. Может, мы все-таки пойдем назад, а? Да уже почти дошли. Да. Хотя бы посмотрите, что здесь и как. А там уже будете решать, возвращаться вам назад или нет. Кстати, вот какие-то там факела стоят, наверное, вам сюда. Да-да-да, вот именно здесь нас должен ждать человек. Ну, пока я человека не вижу. Может, он и уже помер. Возможно. А нет, вон стоит человек. Видите, не так все страшно. Как-то он смог ночь пережить. Вот я и говорю. Может, не все так плохо. О, спасибо, мы добрались сюда целыми и невредимыми. Спасибо, что сопроводил нас, Рычун. Может быть, еще встретимся. Возможно. Если они не встретятся с тем оборотнем. Не подкалывай их. Салют. Итак, Карниус уговорил тебя присоединиться к его махинациям, да? Уи, конечно, да. Очень хорошо. Я буду управлять колонией отсюда и отчитываться только перед Карниусом. Раз уж ты здесь, у меня есть задание для тебя. Какое задание? Ну, он отправил за дополнительными инструкциями ко мне, да? Так вот, ты можешь закончить работу, которой я занимался до того, как ты пришел. А теперь здесь появились рабочие, мне нужно оставаться здесь и начать руководить ими. Вот возьми эту эбонитовую руду и найди еще 4 куска. Таких же, как этот. Карниусу нужны доказательства для наших инвесторов, что это предприятие стоит вложения средств. И эта руда должна способствовать этому. А где найти мне еще 4 куска? Ну, их должно быть не очень сложно найти. В этом районе эбонитовая руда встречается довольно часто, поэтому мы и выбрали это место.
Но Карниус так торопится, что он вышел из себя и заявил, что его интересует, откуда, не интересует, откуда берется эта руда, лишь бы у него был достаточно образцов. Чтобы показать инвесторам, я удивлен, что он просто не привез их с собой из Вандерфелла, когда прибыл сюда. Вообще-то он знает, как делать дела. Пойдем. А когда мы займемся контрабандистами, рычу? Ну, собственно, сейчас, после этого. Ну ладно. Как знаешь. Так, вот вся руда. О, ненормально. О, угу. Она вряд ли еще унесу. Да. Давай сложим ее сюда. Хорошо. Все возьму. Так, нам 4, да, нужно. Ладно. А, я никуда не уйду. Может, ботинки еще положу. Окей. Nous allons rien. Nous allons rien. Rien. Возвращаемся назад. Может, только так пройти пока. Ну, это самое безопасное место, без всяких приключений. Я не думаю, что там кто-то появится. Но нужно будет сообщить капитану по поводу того, что какой-то особо злобный оборотень появился. Да. Кстати, оборотни, они же, видите, имеют человеческую форму днем. Серьезно? Ну, мне говорили, что это болезнь какая-то. Болезнь? Угу. А как ее лечить? Вот этого я уже не знаю. О, смотри, вон еще мертвецы. Да, какой-то злобный оборотень, это точно нужно сообщить. Угу. Так, что тут у нее? Отмычка. Ну, легкий шлем. Ну, не так уж он мне и нужен сейчас. А лучше всего вот это забрать. Меч сюда. Нет, это не унесу уже я. Или то кинжал какой-то там. Ладно, пусть сюда будет броня, сапоги. И шлем берем тогда. Ох. Я не смогу это все унести. Нужно как-то еще сюда прийти. Ты, походу, собираешься вообще по всему лесу трупы обыскать. Если это прибыльно, то да. Зубы волка. А так. Je vais vendre sa chaise. Я это все продам и как-то. Нужно же деньги получать. Но ты предприимчивый парень. Ну, конечно. Каджиты такие. Хотя на самом деле большинство каджитов не особо-то беспокоится о благосостоянии. Но я бы не сказала, судя по тебе. Приятно слышать. Такое еще. Может, сюда зайдем? Давай уже как-то в другой раз. Ну ладно. Хорошо. Давай слева пройдем. От главного входа. Еще. О, я смотрю, там еще есть трупы, но я просто не унесу больше ничего. Рычу не может. Ну, зален туда. Все, двигаемся просто вперед. Кто там? Помогите рычуну. Я вас очень всех прошу.
Помогите Рычину. Чему хочет она от меня? Ну какие истории? Рычун зам расскажет вам много историй. Ты со мной? Салют. Мне больше нечего сказать. Значит, давай торговать. Смотри, есть вот такие у меня кортики. Да, готов за 500 взять один. Ну, давай тогда даже два. Может, за 1140, а? Да, я согласен брать это по такой цене. Ну, замечательно. Это прекрасно. Ну, вот тебе еще. Ничего нового не появилось. Вот, да. Ничего. Ладно. Так. Идем с тобой. Аза. О, вы с ней разобрались. Молодцы. Это хорошо. Ну что, еще. Вот это соберем. Чего-то мне очень тяжело. Назад пойдем. Так, я помню, здесь где-то был. Империал еще труп не убрали. Да. Подожди меня тут, пожалуйста. Хорошо. Давай. Так я и люблю. Смело и прямо. Пойдем, ты мне нравишься. Куда мы с тобой пойдем? Женекомпанпа. Так. Где-то здесь. Ну, тарелку положили, да. Но мне не нужно. Салют. Ну что, мелкий чиновник, как насчет нашего дела? Ну да, я все сделал. Задание. Ты поговорил с Фалько? Ну и где руда? Пока у тебя в руках не будет 5 образцов руды, пожалуйста, не трать попусту мое время. 5? Ну говорили за 4 руды. Без меня здесь все развалится. Вот это да. Значит, мне нужно 5 образцов руды. Не так. Давай красиво положим. Все так. Все. Нам нужно еще руды добыть. Этого просто не может если быть. Если вы захотите переговорить со мной. Ты должен найти этих парней и наказать их. Хорошенько наказать их. Да. Пойдем с тобой вместе, Каза. Давай. Ну, знаешь что, подожди здесь во дворе. То иди, то подожди. Ну, нужно подождать, а потом. Да, сейчас мы и будем идти наказывать. Салют, что еще могу тебе продать? У меня еще есть такие ножи для тебя. Да, но у меня деньги заканчиваются. Вот так я даже вот новые мне выделили, но их уже недостаточно. Рычун, откуда у тебя столько разных классных вооружений? Нахожу в лесу. Вот это да. Да. О, так это хорошая броня. Ну-ка. Рычун, наденет ее на себя. Мне больше нечего сказать. Тогда давай торговать. Вот. Это, конечно, не так хорошо выглядит. Но все же. Тоже ничего. Я в вашем распоряжении. Говорите. Похоже, можно у пройти? Меня отличная компания.
Что я могу для вас сделать? Мне нужно вперед пройти. Офицеры. Буду весьма польщен, если вы захотите переговорить со мной. Офицеры, можно мне пройти, пожалуйста? Я прошу вас меня пропустить. Я понимаю, слушай, что вы со мной соскучились, но все же. О твоих проблемах. О, я не говорю. Стоп, сюда зайду. Нет, это мне не надо. Сложим сюда все, что пока не надо. Тут уже неплохая броня. Все, уже сюда не лазит совершенно никак. Да как-то будет все тут продать добро. Ну что, ребята? Привет, как дела? Приветствую. Обязательно помогу вам. Спасибо вам. Похоже, вы цените меня. Отличная компания. Уже вечереет. Давай завтра пройдем. Ты должен найти этих парней и наказать их. Хорошенько наказать их. Ну, возможно, это завтра мы сделаем. Хорошо. Давай пока отдохнем.